Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте, у микрофона Шахада Цейбназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим с вами о том, что важно. Бедность и отсутствие работы ежегодно толкают сотни тысяч таджикистанцев к выезду из страны. Однако самоутвердиться на рынке труда зарубежных стран удается немногим. Чаще всего экономические мигранты соглашаются на черновой труд. Оказывается, что у кого-то нет квалификации, а кому-то мешает плохое знание языка. Есть ли перспективы исправить ситуацию и помочь людям, выяснял Галим Фасхудинов. Джума Ильясов работает в России уже около 20 лет. В Москву он отправился с дипломом таджикского политеха. За плечами был также большой трудовой стаж на советских стройках. Но в Москве пакет документов мужчины работодатели проигнорировали. Как итог, первые два года опытный строитель провел на объектах в качестве носильщика арматуры. Выручил случай, который помог Джуме доказать свою квалификацию. Наш прораб не вышел, заболел Николай Федорович, и некому вот на приборах работать. Потом я начальнику участка говорю: Михаил Павлович, можно я? Он говорит: как? Я говорю: вот так, если дадите добро, я сделаю. Но он говорит: если поставишь, значит, ты будешь завтра мастером. И на следующий день пришел, он меня проверил и говорит: все, Джума, ты больше не таскай арматуру, бери прибор и вот работай. Таким образом, Джума Ильясов из чернорабочего превратился в Москве специалиста. Со временем даже дошел до старшего прораба крупнейшей московской строительной компании. За эти годы с его участием в российской столице были построены 14 многоэтажных домов. Мужчину выручило хорошее знание русского языка и квалификация. Я работал на фирме «Донстрой». «Донстрой» — это значит дома особого назначения. У меня есть от этого фирма грамоты, награждения, а также на день строительства. Я сам не ожидал, мне подарили часы. История этого мужчины исключительная. Чаще всего его земляки пробиться на российском рынке труда не могут. Они таскают мешки, мешают бетон, убирают мусор, поднимают всякие тяжести. А все потому, что нет должной квалификации и знания языка. Улучшить ситуацию за два десятилетия было бы реально, если бы таджикские чиновники исправили перекос в сфере профессионального образования. В стране выпускают очень много гуманитариев и мало технических специалистов. Если будет изучен спрос рынка труда как внутри Таджикистана, так и за рубежом, многие нынешние проблемы со временем решатся, убежден эксперт Центра социально-экономических исследований «Стратегия» Фирус Саидов. С учетом того, что у нас очень высокий уровень трудовой миграции в Российскую Федерацию, где-то более 700 тысяч, мы должны изучить рынок труда Российской Федерации. И с учетом этого мы должны переориентировать профессиональное образование в настоящее время в Таджикистане. В настоящее время за рубежом живут и работают более миллиона граждан 8-миллионного Таджикистана. 98% из них трудятся в России. 3/4 экономических мигрантов заняты в сфере строительства, примерно 15% работают в секторе транспорта и торговли, оставшаяся часть в сфере услуг. Людей не пугает даже кризис, рассказывает эксперт представительства Международной организации труда в Душанбе Мавджуда Азизова. Многие наши граждане, которые привыкли работать в Российской Федерации, они в любом случае стремятся выехать туда. Почему? Потому что у них уже налажены связи, у них есть родственники, у них есть конкретные рабочие места. И поэтому падение рубля, вот как многие сейчас говорят, да, их это не останавливает. Если даже они раньше получали $500 в хороших условиях, например, мы так скажем, если сейчас он будет 250 получать наполовину, он все равно поедет туда. Там условия для него, видимо, лучше, и он сможет эти деньги заработать реально, как говорится, да, чем он это время будет искать рабочее место здесь.
Остановить процесс экономической миграции людей невозможно, считают эксперты. Наблюдатели отмечают, что темпы создания рабочих мест в формальном секторе экономики Таджикистана не успевают за показателями прироста трудоспособного населения, а они с 1996 года находятся на уровне более 2,5% в год. А это значит, что ежегодно власти сталкиваются с проблемой трудоустройства около 180 тысяч человек, рассказывает эксперт аналитической группы «Евразийское развитие» Джамшед Мамаджанов. Таджикские власти отчитываются время от времени о количестве созданных рабочих мест. Но если внимательно присмотреться, то большая часть этих мест временная или сезонная. В отчетах же нет такого определения, как качество рабочего места. А оно определяется такими параметрами, как высокая зарплата, карьерный рост, доступ к социальным услугам, профессиональное обучение. Вакансий на рынке много, но в большинстве случаев они не отвечают ожиданиям людей. Вот и выезжают люди на работу в Россию, потому что это единственная в мире страна, которая каждый год готова принимать сотни тысяч таджикистанцев. Международные эксперты, наоборот, отмечают, что Таджикистан способен в будущем обеспечить своих граждан работой внутри страны, но для этого важно улучшить информационную систему рынка труда, а также модернизировать образование и профессиональную подготовку. Зарубежные специалисты предлагают властям сделать ставку на переход от обеспечения доступа к образованию, к обучению навыкам. В целом, как сторонники миграции, так и ее критики единодушны в одном: акцент на миграцию несет определенные риски в случае кризиса. Если в той же России обострятся экономические проблемы, обеспечить в одночасье миллион человек в Таджикистане даже временной работой будет нереально. Репортаж подготовил Галим Фасхудинов из Душанбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44 640 1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахадатса Ибназарова. Наши сюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.asia. А также на Фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова поговорим с вами о том, что важно.